Здравствуйте, ребята! Сегодня вы научитесь лепить вот такое яблочко. Итак, приступим. Для этого вам понадобится кусок картона или доска для лепки, вот такой кусочек красного пластилина, небольшой кусочек желтого. Для листика и ножки вам понадобится зеленый кусочек. Для глаз вот так немножко черного и белого. Ну и, конечно, вам понадобится пластиковый нож. Берем красный кусок пластилина, вот так хорошенько его разминаем. Разминаем до тех пор, пока он не станет мягкий, и в ладошках раскатываем шар. Вот такой шар у вас должен был получиться. Теперь берем желтый кусочек пластилина, отщипываем немножко, раскатываем шар, сплющиваем его очень сильно, должен получиться тоненький пласт лепешечки, вот такой. Вот так сверху соединяем с нашим яблочком и аккуратненько вот так начинаем разглаживать. На этом этапе самое главное не торопиться. Потихонечку со всех сторон разглаживаем. Если надо, пальчиком поправляем. Вот такая вот основа яблочка у вас должна была получиться. Берем вот так вот пальчиком, сверху немножко продавливаем. Если у вас не получается пальчиком, вы можете взять, например, карандаш. И внизу немножко надо выровнять, чтобы яблочко наше не падало. Ну вот, основа яблочка готова. Займемся теперь листиком. Берем зеленый кусочек пластилина, отрезаем вот такой небольшой кусочек. Разминаем его, раскатываем сначала шарик, а потом на картоне небольшую колбаску, вот такую. Берем ее вот так вот сплющиваем и придаем этой лепешке форму листика. Нам остается на этом листике нарисовать прожилки. Берем пластиковый нож и вот так аккуратненько рисуем вот такие вот полосочки с одной стороны и с другой стороны. Вот такой листик у вас должен был получиться. Займемся теперь ножкой для листика. Отрезаем вот такой небольшой кусочек, разминаем, раскатываем сначала небольшой шарик, а потом на картоне колбаску. Вот такую. Откладываем все ненадолго и займемся теперь глазками. Берем белый кусочек пластилина, хорошенько его разминаем и на картоне раскатываем небольшую колбаску. Вот такую. Теперь берем пластиковый нож и отрезаем два одинаковых кусочка. Из каждого кусочка вам нужно раскатать шарик. Проследите, чтобы эти шарики получились у вас одинаковые. Берем первый шарик, вот так вот сплющиваем. Получается круглая лепешечка. Берем основу яблочка и вот так вот присоединяем, слегка надавливая, если надо, поправляем пальчиком. То же самое делаем со вторым шариком, сплющиваем и присоединяем. Ну вот, основа для глаз готова. Откладываем ненадолго, берем черный кусочек пластилина. Видите, он совсем маленький. Раскатываем шарик и потом тоненькую маленькую колбаску на картоне. Вот такую. От этой колбаски пластиковым ножом отрезаем два маленьких кусочка. Из этих кусочков раскатываем шарики. Тоже проследите, чтобы шарики у вас получились одинаковые. Берем первый шарик и вот так присоединяем, вот так вот присоединяем к основе глаза. Слегка надавливаем, получается вот такой глазик. То же самое делаем со вторым шариком. Глазки готовы. Берем желтый кусочек пластилина. Сейчас займемся с вами носиком. Отщипываем небольшой кусочек и раскатываем шарик. Берем этот шарик и присоединяем, вот так слегка надавливая. Если надо, поправляем пальчиком. Пришло время заняться ротиком. Пластиковым ножом вот так аккуратненько вырезаем ротик яблочку.
тоже. Самое главное, не торопитесь. Вырезайте аккуратненько, если надо, поправляйте пальчиком. Вот такой красивый ротик у вас должен был получиться. Осталось нам присоединить ножку и листик. Сначала присоединяем вот так вот ножку, слегка надавливая. Она у меня немножко короткая получилась, я ее вытягиваю. Теперь присоединяем листик. Яблочко готово. Я надеюсь, оно у вас получилось такое же красивое, как у меня. Желаю вам удачи!